Приветствуем всех зрителей нашего канала, сегодня мы расскажем о фильме «Пхола». Кинолента «Пхола» – индийский криминальный боевик от режиссера Аджая Девгана, он же исполняет главную роль. Сюжет этого боевика вращается вокруг бывшего заключенного Пхолы. 10 лет прошло с тех пор, как преступник оказался за решеткой, но теперь его выпускают, и он возвращается домой. Больше всего Пхола скучал по своей маленькой дочери Джоти, которую он планирует увидеть в ближайшее время. Но главный герой еще не знает, что очень скоро он будет вовлечен в противостояние между полицией и наркомафией. Незадолго до этого следователь Даяна Джозеф и ее команда полицейских вышли на след преступного синдиката. Во время облавы они изъяли огромное количество наркотиков и арестовали некоторых бандитов, принадлежащих к этой группировке, в частности, их лидера Нитари. Когда об этом узнает младший брат Нитари Ашватам, он приходит в ярость. Ашвантам готов пожертвовать огромную сумму денег за освобождение брата. Поэтому преступник обещает награду за головы 5 полицейских и за возвращение кокаина. Люди Ашватама принимаются за дело. От коррумпированного полицейского они узнают о вечеринке, организованной по случаю выхода на пенсию начальника полицейского участка Даяны. Бандиты отравляют еду и напитки полицейских, и те оказываются в тяжелом состоянии. Пхола не желает быть снова втянутым в преступный мир, но желание увидеть Джоти побеждает, и он неохотно соглашается. Мировая премьера фильма состоится 30 марта 2023 года. Смотрим фильм, пишем комментарии и не забываем подписаться на наш канал.